Одним из исторических памятников Азербайджана, подвергшихся армянскому вандализму, является музейно-мавзолейный комплекс азербайджанского поэта и государственного деятеля XVIII века, визиря Карабахского ханства Моллы Панаха Вагифа. Строительство комплекса на его могиле было начато в 1977 году по проекту архитектора Саламзаде и Канукова. Открытие комплекса состоялось в январе 1982 года. В результате оккупации города Шуша армянскими вооруженными силами здание комплекса и десятки выставленных здесь экспонатов были уничтожены или вывезены. В данный момент дан старт восстановительным работам в мавзолее. Ниже приведенный кадр представлен на телеграм-канале Али Гаджизаде.